после обильных застолий не мешало бы и размяться. Теплая погода в эти дни благоприятствует для активного отдыха. Катки и корты в эти праздники были переполнены. Каждый день ангарчане целыми семьями приходили покататься, поиграть в хоккей или просто прогуляться по льду в приятной компании и под веселую музыку. С ветерком скатиться с горки – излюбленное занятие для маленьких ангарчан. На главной площади города, в парках и во дворах в этом году десятки ледяных конструкций. Есть где поиграть малышам и сделать зимнее фото всей семьей. Ну хорошо, так здорово. Они очень длинные каникулы. Успеваем везде покататься. Тебе здесь нравится? Расскажи. Очень. Весь день покатался. Более подготовленные спортсмены выбирают лыжи. Прокат работает как на базе стадиона «Ангара» со стороны Аллеи Любви, так и в районе МЖК в 189-м квартале. По проложенной вдоль китовой лыжне можно прогуляться не спеша или отточить технику скольжения на скорости. Мы с коллегами по праздникам стараемся выходить на свежий воздух, заниматься активным отдыхом. То есть коньки, лыжи, ватрушки. Все любим, обожаем. Летом у нас другие виды спорта, зимой вот эти виды спорта. Ну вообще в новогодние каникулы я предпочитаю кататься на горных лыжах. Ну иногда бывает захожу на лыжню побегать. Все эти виды зимних забав доступны каждому. Собираясь на каток или горки, не забудьте прихватить с собой друзей, родных, термос с горячим чаем и, конечно же, хорошее настроение. Евгения Шильникова, Антон Бархатов. Местное время.